Затянувшийся юридический спор между Россией и американскими хасидами по поводу библиотеки Шнеерсона получил сегодня развитие на дипломатическом уровне. Российский МИД вызвал на ковер посла США, заявив ему о недопустимости ситуации, когда из-за единичного решения американского суда возникла угроза неприкосновенности всей российской государственной собственности в Америке. Тему продолжит Регина Фукс. Россия предпримет жесткие ответные действия в ответ на возможные посягательства на российское имущество на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Соединенных Штатов в Москве. Майкл Макфол был вызван в МИД в день инаугурации Барака Обамы, что, впрочем, может быть и не демарш, а совпадение. Послу было указано на недопустимость ситуации вокруг библиотеки Шнеерсона. Беседовавший с Макфолом замглавы МИДа выразил надежду, что юридически ничтожный, по его выражению, судебный вердикт не будет использован как повод для ареста российского имущества в Америке. Напомню, на минувшей неделе суд в округе Колумбия постановил, что правительство России должно выплачивать ежедневный штраф в размере 50 тысяч долларов общине любавических хасидов Хабад до тех пор, пока не вернет ему коллекцию Шнеерсона. Речь идет о собрании религиозных книг, рукописей и документов, которые до прихода к власти в России большевиков хранились в местечке Любавичи Смоленской губернии. Библиотека принадлежала семье раввинов Шнеерсонов, которые были на тот момент подданными Российской империи. Члены базирующейся в Нью-Йорке общины Хабад-Любавич считают себя духовными наследниками любавического рэби и на этом основании претендуют на библиотеку. По мнению же российской стороны, библиотека никогда не принадлежала организации Хабад. Она была национализирована по причине того, что в семье Шнеерсонов не осталось законных наследников и ни разу не покидала Россию. Спор вокруг библиотеки существенно осложнил культурные связи между Россией и США. После предыдущего судебного вердикта от 2010 года, в котором говорилось, что коллекция Шнеерсона должна быть передана в Нью-Йорк, Москва приостановила организацию выставок в Америке из-за опасений, что экспонаты могут быть подвергнуты аресту. Кроме того, судебный вердикт добавил холода и без того прохладным политическим отношениям между Кремлем и Белым домом. Знающие люди советуют сторонам выбираться из тупика обходной дорогой, обратиться в Международный суд в Гааге или же, по предложению Владимира Жириновского, обменять библиотеку Шнеерсона на вывезенные из России иконы и другие православные ценности. Регина Фукс, RTVI. Сегодня же хасидская община Нью-Йорка заявила, что не собирается настаивать на штрафных санкциях в отношении России за отказ Москвы передать им библиотеку Шнеерсона. Как сообщила сегодня газета «Коммерсант», лидеры движения «Агудас Хасида и Хабад» намерены продолжить переговоры с российской стороной в надежде разрешить конфликт путем взаимовыгодного обмена.